Это Вести НФ, в студии Филипп Трофимов. Холдинг ВК развивает сеть доставки контента, ну, в первую очередь, видео. По версии издания Forbes, это, среди прочего, позволит выдержать взрывной рост трафика в случае, если российский рынок под той или иной причине покинет крупнейший мировой видеохостинг. Речь идет о так называемой CDN. Это географически распределенная сеть серверов, на которых и хранятся данные. Дело в том, что тяжелый контент, ну, то есть видео, к которому обращаются десятки миллионов пользователей ежедневно, хранить в одном месте невозможно физически. Оборудование просто не справится с нагрузкой. Плюс, чем больше расстояние от сервера до пользователя, тем больше задержка. Поэтому сервера стараются выдвинуть поближе к пользователю и разместить на них, в первую очередь, то, что называется статический контент, то есть однажды созданный и воспроизводимый в неизменном виде. Строго говоря, у ВК еще полтора года назад уже была одна из крупнейших сетей CDN-серверов в стране. Тогда же холдинг первым в России внедрил и относительно новый протокол скоростной передачи данных, аналогичный тому, что используют Google с YouTube, Apple, Amazon, ну и самая известная соцсеть на планете. И все это именно потому, что во ВКонтакте сделали упор на видео, в том числе неограниченные видеозвонки, и потратили колоссальные средства на то, чтобы оно быстро загружалось и воспроизводилось в максимально возможном качестве даже у тех, кто пользуется медленными сетями. Собственно, об этом год назад говорил техдиректор ВКонтакте Александр Тоболь в интервью моему коллеге Павлу Кушелеву, на тот момент ведущему итогового выпуска нашей программы. У технологии видео, медиа, да, вот тот самый Rich Media, про который мы говорили, есть некоторые как бы сдерживающие факторы. Ну, самые простые, да, там, скорость света, искажение при передаче сигналов, потери пакета и так далее. Вот, и здесь мы понимаем, что наша задача, ну, все на самом деле на рынке, борются за то, чтобы доставлять контент максимально быстро, качественно, без искажений, да, и для этого мы инвестируем в различные технологические решения. Как вы уже помните, мы запустили наш там объединенный CDN от группы, который там один из крупнейших в России, у нас больше 50 узлов, Россия, СНГ, мир, вот, для того, чтобы как раз весь контент придвинуть как можно ближе к пользователю. При этом при каких-то коммуникациях, при звонках мы тоже нашу аудиторию соединяем вокруг там, нашей площадки, и если вы, там, например, звоните из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, то и у вас там большой крупный групповой звонок, мы это все произведем на сервере, который будет находиться в том регионе, потому что, как мы понимаем, скорость света мы пока не преодолели, расстояние на самом деле все равно в миллисекундах приличное, появляются задержки, искажения и прочая история, и мы инвестируем, с одной стороны, в инфраструктуру, а с другой стороны, в алгоритмы, которые и протоколы, которые нам позволяют чинить эти ошибки и предоставлять сервис максимального качества для нашей аудитории. Надо заметить, что с момента записи этого интервью объем переданных данных во ВКонтакте вырос вдвое. Это не только короткие видео, ну, клипы. Только за этот январь выросли на треть по части времени, проведенного пользователем в этом сервисе. Соответственно, наращивались очевидные мощности сети доставки контента. Но сколько именно новых CDN-серверов ввели в строй, ВК не раскрывают. Развитие искусственного интеллекта, вроде ChatGPT, автоматизирует 300 миллионов рабочих мест. Это пятая часть занятого населения всех крупнейших экономик вместе взятых. С таким прогнозом выступил Goldman Sachs в своем исследовании генеративного искусственного интеллекта. Это такой тип нейросетей, который использует модели машинного обучения для создания оригинального контента. По этому принципу работает тот же ChatGPT, способный генерировать текст на основе запросов пользователя, или нейросеть Midjourney, создающая реалистичные изображения на заданную тему. Если верить исследованию, наибольшему риску потерять работу будут подвержены юристы и административный персонал. В США прогресс в сфере искусственного интеллекта никак не затронет только 30% работников. Это физический труд и работа на природе. 63% сотрудников смогут автоматизировать часть своих служебных задач, а 7% окажутся под угрозой увольнения. Это то, где нейросети смогут почти совсем заменить человека. Данные по Европе показывают аналогичную картину. Авторы исследования ожидают, что искусственный интеллект в скором времени сможет выполнять такие задачи, как заполнение налоговых деклараций для малого бизнеса, оценка сложности страхового случая или документирование результатов осмотра места преступления. При этом генеративный искусственный интеллект, скорее всего, не будет использоваться для более, ну, деликатных задач, таких как вынесение решения суда или проверка статуса пациента в реанимации. Но главное, развитие этих технологий, согласно прогнозу Goldman Sachs, даст увеличение производительности труда, что приведет к росту мирового ВВП на 7% в год в течение 10 лет.